Хочется из эры. Голосовалку врубили. Начнем с кота. О, Джандиска. Да ну, Джандис. Интересно. Так, то есть ты 99 потратил на подписку. А где еще 51 рубль? Ты лепрекон или эльф? Эльф. Эльф крови. Деда же убрали, нет? Откуда он деда нашел? Деда же на доработку убрали. А, вот и 50. А, блин, алло. Плохие драконы. Иду в левел. Спасибо большое, Борис. Котик. Котик-мурлок Борис. На самом деле, делать добро приятное, я сделать добро Груву и кот вдвойне приятнее. А сделать добро Груву и коту вдвойне приятнее. Ну, блин, плохой ролл. Надо было влевелить им. Кто сказал, что деда убрали? Блин, в нашей стране нельзя так говорить. А то экстремизмом будет попахивать. Опа. Проклятый дракон. В мою тем более. А вдруг ролл получше будет? Да не хочу брать. Не заставите. Не заставите, не буду. Оживили деда. Ох ты, у нас есть ливерная колбаса. Это хорошо. Изи уже не топ-8. Еще и проклятые. Это было... Это мы сломали проклятие, да, получается? Ну и роллы. Это было ломаное проклятие. Вот это можно поменять, но не на что. На плюющегося. Он будет плеваться на 4. Да ну. Вот это еще мне нравится, но... Нет, мне нельзя. А вдруг триплет? Подкручивают на топ-1. Сейчас этот еще вылетит, чтобы мой оголодавший разбафался. Если я ударю в 3-3 пирата, будет супер. Было бы. Налево? Ну, ничья, понятно. Это оголодавший в действии. Вылетевшего, да. Топчик же. Ева, я любила тебя. А, блин. Возьмем дуплет, да? Откручиваю дальше. Снова подкрутка, смотри. Это, мне кажется, единственный шанс мне разбавить оголодавшего дракона. Благодарочка за композицию. D
211 лайков тем временем. Красавчики. По-моему, на алкостримах тебе больше прет. Алкостримы еще как до луны. Мы только пол алкострима собрали. Поэтому играем пока без алкострима. Это, наверное, не пойду. Этот триплет, мне кажется, надо уводить в шестую, да? Огладав, что такое, что в смысле, а где проклятие? Можем вот этого дракона продать и взять раздражодель, он бабл, сюда баф будет. Плюс такой неплохой таунт. Мы же договаривались 18 числа. О чем договаривались? Ничего не знаю. Ни с кем не договаривался. Блин, есть шанс не получить дохренилиард урона по лицу от деда при таком столе? Мне кажется, ни единого шанса. Тятка на алкостриме тебе придется модера домой приглашать и всем вместе играть. Нет, в смысле, там 48к это шуба жены. Все остальное это алкоголь. И закусь. О каких 50к идет речь? Я их же не увижу. Да ну че за размен это? Блин, нормально же играли, блин. Спокойствие. Это просто 1,4%. Бывает. 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 Часто достаточно. Дракон. В партии мурлоки есть, да? И мехи есть. Надо адаптозавра брать. Жалко, адаптозавра нельзя налепить на раздражодоле. Ой, а тебе лишь бы налепить. Я хз, ну вот это я не беру, это поздно. Оголодавш такой, а вот оно где, а то уже испугался. Хотя, наверное, слишком близко поставил. Куда же ты баф-то кидаешь? Вот, вот это вот наш процент. 1,7, видимо, мы попадаем, да, в этот раз? Вот это наш процент. А то рисует мне тут под 100%. Типа я должен выиграть. Я такой, а чё? Окей. Вот, вот это вот, вот наш 91,3, попадем. Я смотрю, мы попадаем в любой процент, где этот просто поражение написано, мы туда и попадаем. Не вижу смысла в этом. Что там? Там что-то было хорошее, да? Булдыга. Мурлок. Говорю, что-то было хорошее. Я просто думаю, вот это продавать. Ну, типа, я здесь проиграл, что здесь уже можно не играть. Я уже проиграл. В этой партии.
Я вот просто думаю, взять ли мне крошера взамен чего-нибудь тебя там, скажем. Или рерол делать. Это купить. Ну это вылет. Вот эта штука может камбэкнуть, но забейте. Там пираты, что там воровать. Не хочу. Если бы оставил на дупле Дарнозу, может быть и оставил. Меня задизморалило это попадание в 1.7 очень сильно. Вау, ничья. Дай вылетевшую, а? Дай вылетевшую. Че, блевел пойдем, булдыга? Ну, блевел пойдем однозначно. Вот это можно. Я думаю, что левел. Мы, наверное, тебя продадим, чтобы две булдыги лучше бафались. Наверное, да. О, сейчас снова. Третий раз мой оголодавший дракон получит баф. Чтобы вы понимали, я три раза нападаю на вылетевшего. Мне нужна Надина, поэтому я в лаву выхожу. Три раза. Три сытости на оголодавшем. Я бы уже давным-давно вылетел, если бы этот игрок был в игре. Мне, короче, нужна, наверное, Надина и еще один драконит-каратель. Чтобы из кролика. Бедный кролик. Блин, да хорош ты сюда бафы-то накинуть. Я продавать собираюсь. Почему донат мне отобразился? Не знаю. Что-то отправлял. Дай на Дину. Дай на Дину. Мне сюда яд нужен, да? Вот это топчик. Как тебя взять? Просто фриз минус 2 рубля. 2 рубля бобу на сдачу. Ну типа я еще думаю по поводу продать тебя и взять тебя. Но это плохо. Вот это плохо. Еще как вариант продать тебя и взять Аргуса, чтобы Надина была с Аргусом. Или продать себя голодавшего. Ну тогда я ослабляюсь без бабла буду. Колесгас, ты это заходи, если что. Наверное, оставляем так, 2 рубля Бобу подарим. Естественно, он первый бьет. А я думал, я в яйцо ударю. Размена, конечно. Вылетевшего сюда! Ух ты.
Наверное, минус оголодавший. Блин, это, конечно, пипец. Ну, такие все драконы. RoFX, спасибо большое. Спасибо огромное. Я думаю, что взять, это не очень хочется. Тебя возьмем. Таунт тоже не особо нужен. Давай вот так. Опять первым надо бить. Спасибо большое, Рой. Спасибо. Первым надо бить. Первым надо бить. Первым надо бить. Первым надо бить. Первым надо бить! Слава богу. Ну, не особо важно, на самом деле, было. Эта штука не особо решает без ядов. Хорош. Вот это бы еще найти. Бран. Плохой удар был. Фух. Дайте вылетевшую. Я мега слабый. Вылетевшую сюда. Бран. Колесгас. Колесгас очень поздно, максимально поздно. Точно я не буду играть через Колесгаса. Ой, а может и буду. А может Бран найдем? Где-то там Бран был. В загажниках. А может и буду играть? Хуй его знает. Блин, так хочется второго этого. Не знаю. Первым надо бить. А не важно. Вторым лучше даже. Я боялся проиграть, поэтому я в 2 на 1 и начал. Куда ты бьешь? Мы начинаем КВН. Блин, а как так сделать, чтобы мне этого адаптозавра сыграть? То есть рубль это на Дину надо продавать? Тебя, нет, тебя продаем. Да, рубль всираем. А, я мог тебя купить, я тупой. Там куча боевых кличей, давай вот это играть.
Вау. Блин, без одной Надины, конечно, печально. Запись партии включена, да. Ух, какой ролл. Блин, ну не знаю, не знаю. Я думаю, что должны справиться. Вот это мне не особо нужно, мы на этом слоте, наверное, покрутимся. Там были боевые ключи? Ну, вроде нет. Раз, два, три боевых ключа. Нормально заперло. Нормально заперло, когда я у Голокронда стырил золотого Калесгаса. Или говорит поздно через Калесгаса. Да, извините, бес попутал. Это все из-за Роя. Блин, ну партия вообще классная. На самом деле я думал, что мы проиграли. Но там зашло. Надина нужна, да? Еще одна, получается, на закрышечку. Знаешь... Везунчик. Везунчик, один скилл. Чистый скилл. Ну и что, у нас получается дракон на дракона? Брат, так сказать, на брата. У меня есть один рерол на поиск Надины. Жаль. А, есть еще один рерол. Надина! Булдыга есть. Че берем? Я думаю, что вот отсюда больше профита будет, чем булдыгу брать. Хватит, не хватит. 42.50. Я спору. Зачем спору? Ну зачем спору? Он дракон, ребят. Какая нахрен гуля? Мне вторая на один нужна. Какая нахрен спора? Зачем? Статы, мне кажется, лучше под Надину. Я думаю, что лучше. Кувшин вторым. Может быть. У меня тоже есть Надина. Но мне статы решают. У меня тоже, кстати, статы есть. Ладно, есть 1.1%. Я и в этой партии уже в... Получается, в 1.7 попадал. Нет, победа. Ну да, можно было. Ух. Блин, только этот герой может такую грязь делать. Говорил, будет первое место. Вы не верили.